Генеральный план города Полевского должен быть утвержден к концу 2011 года. На данном этапе идет обсуждение концепции. На рабочих группах в администрации города с участием архитектора, представителей Росреестра, Роспотребнадзора и разработчиков проекта обсуждается каждая деталь будущего генерального плана. Сегодня на повестке дня план села Курганово. Это второе заседание. На первом представители администрации города высказали ряд замечаний и предложений в адрес разработчиков. Сегодня институт предусмотрел все замечания и вынес доработанный проект на обсуждение рабочей группы. Окончательная концепция будет утверждена после сегодняшнего заседания. Генеральный план будет вынесен на публичное слушание и обсуждение. Вот так вот будет выглядеть село Курганово после принятия и утверждения генерального плана. Изменятся территориальные границы села. Оно станет на несколько гектаров больше. Уже сегодня у многих полевчан и жителей Екатеринбурга есть желание приобрести землю под индивидуальную жилищную застройку именно в этом селе. А есть и те, кто уже приобрел земли, бывшие поля совхоза, и перевел их в статус ИЖК. Процесс перевода этих земель в земли населенных пунктов, он произошел не по установленному порядку. Ну, там такого уже сейчас нет, так не переводят, как здесь случилось в данном случае. То есть земли оказались переведены в категорию земель населенных пунктов без градостроительной документации, без генерального плана. И теперь, получается, задним числом мы уже с учетом этой ситуации разрабатываем этот генеральный план, включаем эти территории в границы населенного пункта. Любовь Титкова, главный инженер проекта по разработке генерального плана Полевского городского округа применительно к селу Курганово. Она говорит, что это беспрецедентный случай. После принятия этих земель в границы населенного пункта территория Курганово увеличится в несколько раз. То есть по предварительным расчетам здесь на этих вот территориях, на бывших полях, которые вот простирается на 3 километра вдоль Полевского тракта до железной дороги и за железной дорогой, до границы городского округа Екатеринбург. Эти все территории здесь может расселиться около 10 тысяч человек. В этом и заключается основная сложность разработки концепции генерального плана для Курганова. Нельзя ущемить права собственников. Эти права, согласно градостроительному кодексу, должны быть учтены при принятии генерального плана. И еще. Мы должны обеспечить все население, проектируемое население, всеми объектами соцкультбыта, школами, детскими садами, медицинским обслуживанием, объектами инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами. Концепция генерального плана предполагает, что к 2040 году автодорога до областного центра будет проходить в обход села, а сегодняшний Полевской тракт станет главной улицей села Курганово. Эта дорога выходит через Златоуст на Уфу. Ну, то есть это, ну, в любом случае автомобильная дорога магистральная должна идти в обход населенного пункта, через населенный пункт. Транзитные дороги не должны идти. Такие обсуждения, согласно правил градостроительства, пройдут по каждому селу и поселку Полевского городского округа. Ксения Балденкова, Александр Полищук. Новости нашего города.